на этих конусах просто дико подпрыгивает, и мы уже включаем пятую, кстати. Да ты там что прикалываешься, что ты делаешь-то, дурак что ли? Что за херня здесь при... Да вот... Точки торможи. Мы напрям... Да чтоб тебя, а! Я правда пытаюсь быть серьезным. Воу! Что это было? Лучше бы я вообще не смотрел этот повтор. Я знал я, что он грязно играет, но что настолько... Эй, друзья, перед началом этого ролика рекомендую вам заглянуть на канал к Пайке. Который так же, как и мы, любит поиграть в такие симуляторы, как Assetto Corsa Competizione и Dirt Rally. Также не забывая про более душевный контент в Drive Club. В данный момент Пайки занимается стримами, но в скором времени на канале выйдут новые интересные видео. Переходи по ссылке в описании. Всем огромный привет, друзья! С вами Кус, это 24 часа Лимана, ну, конечно, мы поедем не все 24 часа. У нас гоночка 6 кругов на треке Сорте. И поедем мы с вами на Мазде. На роторной Мазде, поэтому готовьтесь, поедем в онлайне. Будет очень громко, потому что крутить я буду эту роторную детку очень и очень сильно. Так, и поехали. Как видите, я даже не поленился. Тихо. Это, честно говоря, мой первый здесь заезд. Я не поленился и подключил Бугатти. Ну, ни хрена себе. А твоя Бугатти хороша ли на прямых, а? Сейчас ты... О, все, он уже уехал. Уже ушел, так сказать, в точку просто. Ну, чувак, что ж ты такой дерзкий? Что ж ты такой агрессивный-то, ну? На своей толстой камыле. Так, нас еще кто-то обгоняет. Но это все современные прототипы. Не обращайте на них внимания. Гибридное дерьмо, которое мы на прямых... Да чтоб тебя, а! Ребята, я за это прошу прощения. Так, вот это вот я хреново, что я сюда не попал. Значит, тоже у нас сейчас будет штраф. Это все вот эти конусы, какой-то баг, какой-то глюк с этими конусами, что машина с этим, на этих конусах просто дико подпрыгивает, и мы уже включаем пятую, кстати. Да это ты, блядь, чё прикалываешься? Чё ты делаешь-то, дурак, что ли? А, ты чё, специально? Ой, отъеб... Тормози! Что за херня здесь при... Да вот... Да ну блин, ну поправьте этот глюк. Честно говоря, я достаточно хорошо знаю этот трек, но я специально не выключаю эти гребаные конусы, чтобы случались вот эти вот очень странные инциденты. Ну давай еще жопу мне свою подставь. До свидания, гибридное дерьмо. Так... Есть одна проблема, нам надо успевать оттормаживаться, не пролетать эти точки торможи. Я правда пытаюсь быть серьезным. Честно, ну как? Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот была перекруточка небольшая. Мы уже на 7-м месте. Стартовали мы с 11-го при условии, что я квал не ставил вообще. 320, примерно на этой скорости уже можно переключаться. А вот тут такой... О! Уже поле... Да-да-да! Как я обожаю этот поворот! Очень часто люди в него не помещаются. И хоть у нас уже горит на приборке красненькая кнопочка, что пора переключать, на самом деле не так. С 4-й на 5-ю идеальное переключение, когда... 320 км в час. Как вам такое, а? Вот так вот. Вы на своей машине когда там? На 70 км переключаетесь уже? Так. И вот я заболтался. Черт, это просто недопустимо.
Машина-то у нас быстрая на прямых, но и торможение очень большое. С такой скорости надо тормозить, потому что обычные гибриды, гибридные прототипы, как правило, на том... Блин, у них, короче, скорость после длинных прямых не такая безумная, как у нас. Поэтому у нас и тормозной путь больше, да и плюс старые прототипы не так хорошо тормозят и не так хорошо вписываются в поворот. А сейчас нас как раз ждет эта гребаная серия поворотов, и все же... Мне кажется, на третьем мне здесь будет комфортнее, на более высоких оборотах. Давай, 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 тихо, не жмотимся, не жмотимся. Не надо, чтобы нас выносило на внишку, потому что там нас ждет что? Нас там ждет штраф. Так, ну ладно, мы будем неплохо... Так, секунду. Этот Бугатти мне уже задолбало здесь, если честно. У нас не очень хороший рейтинг, поэтому куда-то... Это не было ли с резкой? Да, полсекунды мне влепили. И эти полсекунды мы будем сбрасывать как раз на длинный прямой, как раз когда у нас будет практически максимальная скорость. У нас пятое место, ребят. После первого круга. Воу, 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 слишком быстрое приключение на пониженную. Блин, ну это хреновый рейтинг. Че, ничего тут не скажешь. Из 20 человек уже 6 куда-то вышли. Ну что это за бадья там впереди? Ой, а тут сработала система прозрачности в Гран-туризме, видишь? Ну-ну-ну. Ну, ёпта, ну почему? Почему ты не стал прозрачный для меня? Да иди ты в очко. Ну, давай, давай. Ну, где твой томахавк? Едет? Нет, нихера он не едет у тебя. До свидания. Еще полсекунды мне припаяли. Слушай, ну выглядит у него, конечно, он как будто сам Брюс Уэйн сел за руль, но... А, куда я лезу? Шестую включать? Нет тут шестой. Здесь всего 5 передач, это хорошо. Меньше передач. Ну куда ты полетел, ты дурак? Ну что ты делаешь? Ну тормозить же тоже нужно, мэн. Так. Ничего, в принципе, мы потеряли немножко времени. Я вижу, что у нас впереди есть третье место. А первый и второй очень и очень далеко. Плюс ко всему, нам обязательно нужно за эту гонку использовать средний и жесткий состав резины. Среднюю мы сейчас ее вовсю используем. А вот жесткую резину я еще пока не одевал. Так что, как минимум, один пит-стоп нам нужно совершить. Ух ты, глянь, проштрафился. Нам уже никто не мешает. Я думаю, мы сейчас расправимся с третьим местом. И попытаемся побороться за первое и второе. Не знаю, на каких там прототипах люди едут. Я опять слишком рано переключаю еще. 325-я. 3 секунды у нас до третьего места. И я вижу уже, что на гибриде, потому что мы напрямую его опять быстренько догоняем. В прошлый раз я тут улетел. А в этот раз я слишком сильно перетормозил. Да, слушай, надо найти какой-то баланс. Ну, будешь спрашивать штраф? Да, ребята, еду я с контролем тяги, то есть антибукс у меня включен, потому что, блин, я боюсь перегазовать на ней. Не на максимум, конечно, эта опция стоит, но она есть. Потому что на этих мощных автомобилях без этой опции кататься для меня страшновато. Вот тут он, может быть, от нас будет отрываться, потому что... Нет, давай-ка все-таки на третьей здесь было комфортней. Сильно, сильно ты режешь. Куда ж ты подскакал-то на поребрике? Ну и все, и здесь на выходе, конечно, я теряю. А мне этот выход очень нужен был. Ладно, хорошо, главное штрафов не набрать, если мы будем сохранять эту дистанцию в 3 секунды. 3 секунды. На прямой мы его очень быстро догоним. Ух ты, блин, ух ты, блин. Я даже не знал, что этот... Старенький прототип может так вписываться в эти повороты. Так резко, так быстро. Окей, погнали. Попался, попался. Все. Несколько длинных прямых. Плюс он сбрасывал штраф, и вот он. Как бы хорошо он не гнал, но он у нас уже на крючке. Но опять вот эта вот серия поворотов, в которой я не очень силен, особенно на этой машине. Попробую на четвертый сейчас, хотя вот тут уже третья она просится просто.
Да, видишь, просто секунду он отыграл, потому что, ну, она у меня просто не поворачивает, конечно. Но ничего, следующая прямая, и я думаю, мы его там поймаем. Блин, секунда штрафа, да чтоб тебе! Меня вынесло наружу, все, он опять уехал от меня. Только я до него доехал к концу этого круга, и вот эти вот серии поворотов, и до выхода на прямой я опять уже в жопе. Вот, у меня здесь самый разгон, я же их на прямых так и догоняю. А я вынужден всю скорость терять. Так, нет, я это просто так не оставлю. Я сейчас сосредоточусь, я думаю, мы сможем все же догнать их. Все, резина ушла. Это предпоследний круг, и мне уже все же надо было на этом круге ехать за жестким комплектом. Потому что средний у меня уже все. Задняя резина просто умоталась. Воу-воу-воу-воу-воу, да-да-да-да-да. Черт, ее держать практически нереально уже. Чего же я так пожадничал? Хотел же на этом круге заехать уже в бокс и поменять на жесткий комплект, но нет же. Решил остаться, думаю, еще кружок потерплю, ага. И тормоза надо было вперед сместить. Ой-ой-ой, он все-таки вылетел. Это что, чувак был на Бугатте? Улетел все-таки, посмотри. Я сам ей с трудом сюда поместился в этот поворот. Потому что я повторюсь, резина уже все. Вы со мной не видите там этот график? А вон, вам одно колесико видно, вон, блин. Как мне подмых поднять? Где-то там внизу вы можете увидеть, вон, состояние моей резины. А этот чувак там все-таки не уместился, а? Так, так, так. Ребята, давайте быстрее, не надо заправлять. Просто поставь мне... О, жесткий комплект еще на один кружок. Так, ну хорошо. Посмотрим. Ну, где я? Алло! А... Чё за херня? Чё происходит? Где моя машина? Так, долго мы ехали. Это очень странно. Может, они изменили длительность пидстопа? Не знаю. Ой, какая же красотка. Ну ты погляди на нее, а. Отлично, отлично. Мы только ехали полдня сюда. Воу! Чё это было? Ты дурак, что ли? Слышишь ты, мразь? Ты понял, что он сделал? Я даже не увидел этого. Какой-то салоне, а? Ну иди сюда, тебе это все равно не спасет, придурок. Сейчас, это последний круг, и он такой нас типа бортанул. Вот какой ценой он хочет этот подиум. Жалкий червяк. Ладно, он сейчас будет в 1,5 секунды сбрасывать штраф. Плюс напрямую я его догоню, как нихер делать. Может быть, где-то там к концу прямых, там на шиканах, он от меня посможет уйти. Но сейчас... О, как же стала она хорошо заворачивать. И на торможении ведет себя стабильно. Надо было все-таки на один круг пораньше заезжать в боксы и ставить жесткий комплект. Ну что? Давай еще, может, жопу свою подставишь грязную. Да иди ты на... придурок, ты понял? Какая тварь! Тайзер 2015. Мне повезло, что он был прозрачным. Он свою жопу грязную специально ставил передо мной, лишь бы я его не обогнал. Такой ценой ты хочешь третье место, а? Ну что, можешь поиграться с ним, а? Ты хочешь с нами? Давай поиграемся. Езжай сюда. А, ты опять уже штрафы там набрал. Ой-ой-ой, ну... Смотри, я даже на газ не жму, оно у него вообще не едет. Взял он Бугатти. Ну, давай. Посмотрим на тебя, чего ты стоишь и из какого ты теста. Ну, что ты ссышь-то? Ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давай. Как ты... Ой-ой-ой, как страшно, блядь. Ну, понятно, ладно. Что-то он с нами тоже... Не хочет сильно закусываться, как-то он специально ушел очень широко. Я думал, вот это виляние, это угроза, но кажется, все нормально.
Может, все-таки тот толчок, он был и не специально, потому что сейчас я не вижу агрессии с его стороны. Я думаю, все нормально. Напомню, ребят. Вот так вот, то есть, да? То есть, все-таки ты мразь конченая. Ну, иди в очко, придурок. Нет, это все-таки был типичный гандон. Гандонний глаз. Ну, салонию не проведешь. Ладно, ребята, завершаем эту гонку. И, в принципе, мы все же на подиуме будем. Если, конечно, эта мразь еще раз нас не выбьет. Но вроде... Вроде бы, ребята, система штрафов работает здесь вполне адекватно. Как видите, штрафы ему дают хорошие за такие вот инциденты. Второй раз вы не заметили, но у него второй раз, после того, как он меня выбил на повороте, ему дали где-то 3 или 4 секунды еще плюсом. О, и вот сюда вот наконец-то. Вот здесь у меня косяки в этом повороте. И до сих пор, видишь как, слишком сильный я там рулем мотаю. Ну, что-то его даже и не видно. Ну что ж, это подиум. Без квалификации мы смогли добраться до второго места, потому что на третьем месте чувак не стал заезжать даже в бокс и получил за это минуту штрафа, потому что нужно использовать средний и мягкий комплект. Ой, средний и жесткий комплект обязательно за одну гонку. Да, жалко, мы не достали до первого места, ребят. На первом месте, на самом деле, чувачок там с самого начала уехал очень далеко. Никто ему не мешал, он никому не мешал. И он просто вел свою гонку в одиночестве. И все же, ребята, мне было интересно, я решил посмотреть повтор. Ты посмотри, как грязно играл этот Тайзер. Этот... Наверное, это ребенок был на Бугатти. Глянь, что делает. Посмотри. Ой, а то меня обгонят, а то меня обгонят. Надо свою сраку везде поставить, толстую. Тайзер. Ну не едет, ты все равно не сможешь этого избежать. Не едет здесь Бугатти напрямых. И посмотрите, торможение. Просто тупо гребаный состав. Это такой редкостный мудак. Просто ты посмотри, что он делает. Просто редкостная мразь. Таких давно я таких не видел. Ну, 4,5 секунды штрафа. Лучше бы я вообще не смотрел этот повтор. Я знал, что он грязно играет, но что настолько. А вот, кстати, что касается салона в Бугатти, я очень рад, что мы ее не взяли для этой гонки, потому что, ну, посмотри, какой шлак. Ну что ж, друзья, на этом наша серия подходит к концу. К сожалению, не особо получилась какая-то динамичная гонка, очень много грязи, потому что у меня рейтинг безопасности С. У меня неплохой рейтинг гонщика, но рейтинг безопасности плохой, потому что я для вас снимал ралли. Я проехал ралли, снял два заезда и просто рейтинг слился в щи. Хотя я там ничего такого плохого не сделал. Просто на прошлой неделе у нас были раллийные заезды впервые в онлайне. И я решил посмотреть, что из этого вышло. Если вы не смотрели, то вот тут вот по подсказке можете перейти и глянуть этот лютый трэш. А на этом у меня все. С вами был Кус. Это была достаточно грязная гонка, очень некрасивая. И ну, зато мы хотя бы посмотрели на Бугатти, потому что мало кто берет этот автомобиль, потому что этот автомобиль в группе 1 не едет совершенно. Нет у него такой максимальной скорости, как у него в реальной жизни. До 400 она здесь не разгоняется, она здесь специально задушена, она сделана очень тяжелой, она не такая быстрая, как в жизни. Ну, вот так вот уравняли ее, хотя непонятно, зачем ее сделали настолько плохой. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. По поводу этой Мазды, по поводу Бугатти, а лучше скажите, как вы расцениваете поведение этого англичанина, или как это сказать, великобританца. Пока, ребят!